Внимание, внимание, пассажиры. Из штата Diamond Roleplay Amber самолет вылетает в штат Justice Roleplay. Поехали! Всем привет, ребят, с вами Бурбон, и сегодня мы играем с Томасом, поздоровайся. Всем привет, ребят. В общем, на Томаса это уже сервер, так сказать, старый, он на нем играет уже немало. А я решил тоже попробовать себя на каком-то другом сервере, чтобы разнообразить и контент, в принципе, да и просто, чтобы поиграть на каком-то другом сервере. И мы сегодня играем на Justice Roleplay, да? Да, проект очень офигенный, но, правда, сейчас утром. Никого да, сейчас, нету. Короче, онлайн небольшой, обычно в онлайн где-то вот 50 человек. Ну, 50 это минимум, так что это еще не край. Короче, Томас, расскажи, что мы будем сегодня делать вообще в серии-то? Ну, я, по идее, хотел нарко поварить, потому что мне сейчас нужно денег еще поднять при этом. Сейчас съездим наркоту поварим, я думаю, ты тоже как ну, бы захочешь лишний бабки. Аккуратно не врежься! Хорош! У меня почему-то не показывает ничего. А серьезно не показывают? Ну да, там как бы, знаешь, такие деревья, типа а пиксельные. А у меня-то прям вот это, между вот этих, между, короче, сосен пролетело. Это было прикольно. Это же высший пилотаж. На самом деле, случайно получилось. Ну слушай, у меня реально деревьев не было, и как бы это нормально. Окей, короче, ребят, мы еще хотим сейчас выпрыгнуть парашютом около наркопритона, только вот вирус. Паш, высший пилотаж, смотри, под мостом. Давай, только аккуратнее. Ой-ой-ой. Давай, хорош. Слушай, хрена себе. Слушай, в начале ролика эпик. Короче, это аккуратнее, блин, тут опять верхушки деревьев. Смотри, там в крышу не влезет. Он какой-то резкий очень сильно. Ну да. Резкий, дерзкий. Я помню тоже, как я, короче, работал там на, еще, по-моему, на Аризоне. Там такой он был кукурузник бешеный просто. Смотри, я сейчас тебе это, как стюардесса, буду экскурсию проводить. Давай. Так. Внимание, внимание, мы пролетаем над больницей Лос-Сантоса. Здесь вы будете постоянно лечиться и оставлять деньги. Так, ну, кстати, слушай, она новенькая. Там, видишь, замену сделали. Да, правда, я сейчас не смогу показать, мне неудобно мышкой вертеть. Да, аккуратнее, не взорвись. Короче, нормально. Давай сначала летим в притон. Да, я тоже попробую там что-нибудь сварить. Воу! Так. Видел? Только аккуратнее! Типа... А, взлетай, хорош. А ты, это максимум, что может лететь? Или... Я... Да, нет! Да! Короче, прыгай с парашютом! А я. Опа! Кстати, все. Как-то все это легко прошло. Он даже не взорвался. Может, на это еще раз сядем? Либо у него там где-то двигатель. Если мы еще раз сядем, мы появимся в 100 метрах отсюда в больнице. В смысле? Ну, все ж сядем. Ну, давай попробуем. А ну так. Я сел. Да не, вроде нормально все. Смотри, дымится. А у меня нет ничего в том-то и дело. Че за прикол? Дым-то черный. Ты можешь выйти, столб сломать, а то мы не взлетим. У меня, да, сейчас выйду, короче, просто сейчас столбу дам педалей полных. А ну-ка, только это! Чего такое? Это самолет бьёшь, будешь... что ли? По крылу, да, сейчас начнешь долбить. А, все, короче, тишь. Сам. Короче, я готов. Мы взлетаем. Надо аккуратнее, попросить прям. Админов, чтобы починил, наверное, что ли. Да, не факт, что сейчас что из админов есть. Ладно. Коннор есть PM13, сейчас. Хотя 16 человек уже неплохо, то есть компом за что на него было 11. Это же самолет, да? Это, по-моему, кукурузник он называется. Я не писал неграмотно. Самлет. Самлет. Самлет, чини, админ, пожалуйста, плиз. Так, сейчас аккуратненько, давай я сейчас как-нибудь попробую выехать. Аккуратно, медленно. Я, слушай, я... Аккуратно, там не заденешь ничего. Миллиметраж прям вообще. Не, просто дело в том, что у меня-то не показано, что двигатель, и, короче... А, вон всё, он, вот короче, ТПшница, да. Я думаю, он хрен показано, починит, что... потому что, это аренда, он, я думаю, не починит. Да, хз, может и может. Дело в том, что мне не показано, что дым идет. У меня все с ним нормально. Так, все, починил он? Нет. Вау. Потом получил парашют. Ох, подъехал еще. Просто такие байкеры, ребят. Три байкера, хоть один админ. Че он тебя выкинул? Так, кстати, я клист офну сейчас. Я не знаю, дело в том, что типа это, смотри, вот тут у меня показано, что байк как бы это... О, починил. Все, Коннор, спасибо. Хорош. Все, спасибо. Кстати, так, я привет. Только выгони сейчас этого Доминика, то что-то он вообще делся. На место сел. Эджект. 15 ID. Слушай, я как бы его выкинул, но мы не проедем. Я тебе открою тайну. В смысле? Да че ты. О, все, я сел. И че это происходит? Че это такое? Слушай, как ты его выкинул? Он меня как-то выкинул, я хз.
Это пах какой-то. Ладно, все, короче, я сел. Короче, полетели. Мы проедем. Самое главное верить. Просто сейчас взлетаем по прямой, и все. Мы взорвемся. А, не надо. Не верь в это. Нет, кстати, мы можем взлететь, если сейчас именно по прямой скорость наберем. И попробуем взлететь. Только сначала нужно эти столбы пролететь. А там вот видишь такой вот. Ух, хорош, хорош, хорош. А кстати, ты помнишь, что находится притон-то? Он чуть дальше, мне, короче, придется, наверное, выше взлетать, а то что-то как-то я уже это. Ну, кстати, снизу эти кладбище, может, туда? Прям сразу. Типа, чтобы нас туда не везли. Ну, кстати, можно. Я вот не знаю, нам дадут парашюты или нет. Просто нам дали, мне дали. А, ну тогда, значит, мне должны дать. Ну, я надеюсь, что мне должны дать. Конор тоже сел как-то за руль, и ему дали парашют. А, ну то все. Короче, мне тоже должны дать. Давай, короче, эту мертвую петлю. Давай. Давай, 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 она, мне кажется, не сможет. Нет, это говёный какой-то. А ну-ка, а если... Не то, что мёртвый пятнук, на нём не присядешь нормально. О, даже на бок мне не хочешь, слушай. Надо как-то разогнаться, что ли, или чё? Так, а нам нужно в этой деревне садиться, да? Да. Ну, короче, лети, лети, лети. Нормально. Короче, сейчас можно вот прям... Давай, 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 я в тебя верю. Не, пилот, ты нормальный, я бы его взорвал уже давно. Так вот, сейчас, короче, нужно высоту набирать и нужно прыгать. В итоге ничего парашюта не будет. Чё, будем наши три? Давай, раз, два, поехали. А чё, я не могу... А вот, всё. Давай, во, хорош. Дали парашют? Открывай. Фух, блин. Хорош, я приземлился. Ой, 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 ой. Слушай, я думал, он не откроется. Нормально. О. Я смотрю, то, что все неплохо. Ну, кстати, ты всё. Знаешь, вышло довольно-таки прикольно. Я думал, сейчас все просто повзрываются, попадают, и всё. Нет, всё нормально, все будет отлично, все чики-пуки. Так, осталось немножко пробежать, короче, давай добежим до этого, до машинки моей. Окей. А, она тут даже рядом? Просто я, короче, да, даже просто... карты не включил. Я поэтому тебе и сказал скинуть ее в воду. Так, хорошо. Сейчас мы её, короче, сядем в неё и поедем. Тут, короче, смотри, есть чекпоинт следующий, и когда ты во фракции, то есть бандитской, да, то есть опасный вот это вот именно, ты заходишь на чекпоинт, здесь сразу есть оружие, можешь купить тут оружие, патроны, там, материалы, наркота. Да, наркота, ингредиент для варки наркотиков. Прикольно. Окей, короче. Детали для сборки любого оружия есть. Ну это так, на любителя. Держи осторожней, стой. Он типа мне говорит это. Угу. Он тебе дал? А, там... я не знаю, его не видно, я его не вижу сейчас. В чате должно быть. Ну, в чате, да. Ну, в чате, типа, он написал просто, парень, держи осторожней, стой. А, так он тебе еще не дал. Подойди, да, к нему. А где он? Его не видно, в том-то и дело. Я сейчас на улице стою, его не видно. Стой, 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 стой. Вот он, да. подойди ко мне. Так я тебя тоже не вижу почему-то. Стой, остановись. Остановился. Все, он сейчас тебе он даст. Ты АФК ушел. АФК? Чё за фигня? Потом посмотришь, а вот, передал вам. А чё за фигня-то? Я, походу, нашел. Зайди на чекпоинт и выйди, пожалуйста. А где чекпоинт? Тут вообще нет у меня ничего почему-то. Я нашел, в бар нельзя зайти, хз. А после Ладно. Чего это началось-то? Вам сюда нельзя, потом все нормально было. Я вышел, короче, из бара, а после, короче, все пропало. Короче, ребят, я сейчас, наверное, в игру перезайду, и после мы уже продолжим. В общем, ребят, перезашел я в игру, все нормально стало, только какие-то там баги были. В общем, у меня же там уже есть нарко, да? Да, у тебя 20 грамм есть, я задавал до этого. Отлично. В принципе, знаешь, что можно попробовать? Смотри, зайди на чекпоинт сейчас обратно, и нажми четвертый, по-моему, пункт продать, и выбери трипокаин или триптамин или что-то. Так, сейчас попробуем. Там так, по 40 короче, долларов за 1 грамм. Значит, продать. Да, тут есть... ну, короче, можно сейчас 1 грамм за 40 могу, в принципе, продать. Просто попробуй продай, просто проверить. Так, а ну-ка, сдавай 1. Так, да, все отлично. 40 все, поехали, сейчас купим раствор налокаина и... Смешаем все это и сварим наркоту тебе. Так, я правда не уверен. Ты у меня пока стоишь. А вот все нормально. Просто я не знаю, сколько сваришь ты нарко. Там будет мини-игрушка. И уже там от ловкости зависит. А, ну это ловкость-то на высоте, конечно. Это там просто там сразу, знаешь, миллион такой нет. Сразу просто взломал игру. Что у меня с машиной? Что она едет медленно очень? Да нет, знаешь, нормально, по-моему. Сейчас ускорится, значит. Давай. Фига себе нагонит. 130. Неплохо, знаешь. У меня даже Ой. Султан на Даймонде так не гонит. У меня такой 117. У меня двигло. Все нормально? Люди. Да, все нормально. У меня движок стоит мощный, и еще и чип. Прикольно. Вообще, если по прямой лететь, то 160 будет. А, фига себе.
Но у меня, короче, сейчас пинг, я не знаю, 166. Если посмотреть на твой, то есть какой-то там ID 11. 66 у меня. Да. Но всего лишь на 100 побольше. Ну, это ерунда, мне кажется. Вот у меня пока ушел. А, ну, короче, у меня либо сервак... Чё еще сейчас было? Либо меня так лагало, либо ты просто, знаешь, отрезками кто-то ехал. Не-не-не, это у тебя что-то с интернетом, я тебе говорю. Да, у меня, короче... Тебе релогнуться надо. Вообще, с компом вместе. Ты бы сейчас видел, что у тебя происходит. Я у тебя в ФК сейчас стою? Нет, но я догадываюсь, что у тебя вообще происходит. Ты потом посмотришь. Ладно, я думаю, сейчас мы доедем, когда, может, все нормально образуется. Что? Что? Ты, короче, сначала, типа, едешь на месте, потом, типа, откидываешься обратно, потом, знаешь, прям вот быстро, типа, как со спидхаком просто вьюм и так далее. Угу, о, сейчас нормально все, сейчас нормально. И, ребят, надеюсь, что сейчас будет все нормально, потому что уже два раза, короче, приходилось перезапускать сам паяком. Ну что ж, давай пойдем, наверное, сейчас сначала в магазин, да? Погнали. Тебе нужно было с самого начала просто комп перезагрузить, да и все. Так, да, я очень тупанул. Фига себе всего. И что мне нужно покупать? Раствор новокаина. Так, раствор новокаина. 680. Ни одного будет достаточно? Да, вполне. Поехали. Окей, поехали. 680 не такой уж и дорогой. Так, давай-ка. Ой, я его закрыл. Я готов. И, в принципе, кстати, сейчас будет payday, по-моему, через 4 минуты. Я получу да еще... А, даже через 3. Я надеюсь, я нормально отыграл за этот час. И 9.57? Там, короче... Что? Я время сказал, 9.57. А, так вот, и, короче, на этом сервере прикольная такая функция есть, что вам просто еще банк проценты платит за то, что у вас лежит в банке некая сумма. И, опять же, он платит там где-то по 100 баксов или 150, да, в час. Как-то так, ну это зависит от той суммы, которая у тебя в банке. А, ну короче, типа именно вот безработным. Ну что там ж, как бы проценты принципе... идут от твоей суммы. Да, ну окей, короче, просто до этого я вообще ноль был на банке. Вот мы, короче, подъехали в тихий уголок, в котором всё, начнем выходим? Делать свои грязные конечно, дела. Он прям до такой степени тихий, что здесь могут тебя просто стволом выйти и положить. Нормально. Ну что ж, короче, Кристофер Вудс, владелец. Так, заходим, загрузочка идет. И теперь давай объясняем. Есть столики, да? Хоть немножко так вот, да. Использовать стол можно. Смотри, в общем, ты сейчас жмешь на Alt, и у тебя как бы появится приступить к работе или нет, ну так, менюшка. Да, да, приступил. Соглашаешься, и потом ты жмешь на синий мешочек, это триптамин. Угу. И жмешь на раствор новокаина. Так, значит... И потом create. Креативный, ага, тип, я понял, короче. И пойдет уже мини-игра, нужно будет на стрелочке нажимать слева, справа. Справа, так, понял. Короче, ребят, сейчас будет ответственный момент, create. И, короче, ё-моё, ой, я не то сделал. Так, все, в принципе, я это, понял, это короче. Капец, я сам уже изначально да, запутался. Это, короче, я понял, это нужно именно на такую вот внимательность. В общем, неплохо, кстати, пока у меня немножко хоть что-то, да... Получается, там, по-моему, ошибался несколько раз. Ё-моё, я не успел, и так, все, короче... Сколько? Время 40. А чё это? Я не знаю, почему я просто, типа, это... Смотри, у тебя информация написана, информация трипокаин и да. Вейтинг. 87 грамм. Да ладно, у тебя даже больше, чем у меня. Слушай, это офигенно. Да? Фига себе, да. А почему у меня, короче, просто отвелся экран, и я ничего сделать не могу? Это у тебя идет, короче, слэш-тайм и... слэш-тайм. У тебя там время идет, 20 секунд, по-моему. А, всё, короче, я понял, типа он варит его, неплохо. А у тебя да, сколько ты получилось? Варишь нарко. У меня 77. О, ну, кстати, ты знаешь, мне понравилась эта игра, мини-игра. Это действительно прикольно. То есть, знаешь, вместо того, что там просто по чекпоинтам работать, тут еще как бы работает внимательность твоя. Ты если на рыбалку поедешь, у тебя будет точно такая же фигня. И ты, по-моему, там за 20 килограмм рыбы ты получаешь 5000. А, ну, кстати, неплохо. Так, окей, хотя эти 20 килограмм набрать можно, если ты будешь играть нормально в этой мини-игру, то можно спокойно набрать, потому что там рыба ловится и по 6 килограмм сразу за раз. А, нифига себе. Так, ну у меня, в принципе, короче, 87 грамм. Опять эта Доминика, сука. Он заманал уже, стойте, что такое? Ладно, он как этот, как чертенок вылез. Что такое? Что тогда, блин, из-за... В принципе, если хочешь, можешь юзнуть, но я тебе не советую юзать больше двух раз. Так, юз дракс тут команды ведь, да? Да, сначала он пополняет тебе хп 150, потом у тебя, короче, эффект будет вот такой. Достал странную пробирку с синим порошком внутри и резко вдохнул содержимое. Затем кинул ее в сторону. А как бы у меня ничего не отобразилось. Вообще ничего. У тебя первый раз ничего не будет, то есть хп пополняет просто. А, понял, окей. А второй раз уже шатать начнет, да? Второй раз, да, шатать начнет, скорее всего. Хе,
Ну что, ребята, готовы? Давайте-ка, ну-ка, да, во, уже начало типа шатать. Поэтому всех эпилептиков пока что я прошу отойти от экрана, потому что может что-то случиться. Не, ну это, кстати, серьезно. Я помню, короче, мы с другом играли, в байках стояли. Короче, взяли типа пиво, да, напились, вот именно в игре. А, там-то, да, там шатает. У меня реально голова закружилась. А я помню, мы что-то с другом начали напиваться, ну, в сампе, да. А напились до такой степени, что у нас просто камера так шатается, как будто реально и монитор выхватили из розетки. И начинает перед башкой вертеть. Короче, у меня прям вот голова закружилась. Вот даже сейчас немножко начинается, поэтому, короче, давайте я сделаю какой-нибудь камхак, чтобы... А, Серёга, кстати, крутится. Офигеть, я думал, камхак тут поможет. Помимо того, что у нас голова кружилась, мы еще за руль сели. Опа! Ты понимаешь, я, короче, нашел это, типа, как избавиться от этого. Просто вид от первого лица делаешь, и ничего не трясется. А да ладно. Да, вид от первого лица, короче, помогает, серьезно, поэтому... Сейчас вот мы приедем, короче, и ты попробуй еще раз юзани, но я тебе не советую, потому что, как бы, ну, хочется, конечно, лучше бы юзнуть, но если ты ее юзнешь, то ты будешь один в штате, без единого чекпоинта, без всего, это то же самое, что у тебя сейчас было, то есть, когда тебе интернет отрубили. А, не-не-не, все, спасибо, мне хватило. Ты уже просто прочувствовал, да, эту ситуацию? Да, я уже, знаешь, как типа, эту команду эту заюзал, хотя ничего не делал. Так что, если у кого интернет нормальный, мощный, можете нарко юзнуть. Да. А если, короче, у вас демонинг, то вы испытаете такой же трип, поэтому подключайтесь к демонинку, это шутка. Наркоты даже и не надо. Ах, ладно. Конечно, что-то в игре мы принимаем, поэтому, если что, вы не думайте. Так, короче. Сейчас смотри, мы приехали сюда снова продавать 100 грамм. 100 грамм, окей. Экс, а ну-кась, а ну-кась, а ну-кась. Потому что у тебя сотка уже 100 пудов, если ты до этого давал, и сейчас ты наварил. Окей. Значит, мне продавать... Это мы что сделали с тобой? Три покаин, да? Да, я продам 70 грамм, 7 себе оставлю. А ну-ка, ой, 700 написал, а ну-ка, 100. Так, 4000 я получил, да? Отлично. И надо посмотреть, ну, сколько у меня еще осталось. Так, а как узнать, сколько осталось? В смысле? А, нажми на N, и потом нажми на баночку белую, типа, знаешь? Ну да, вижу ее. И потом на восклицательный знак. А, от вот, самого права, кстати, с самого права там все, вообще. Вижу. А, 2 грамма осталось. Ну, короче, 2 грамма? Если потом еще можно. Ну да, слушай, на один разок можешь юзнуть. Ох, блин, ё-моё, просто вот жестко прям трясет, пока еще не прошло даже, да? Поэтому от первого лица побегаю. И, в принципе, ребят, я думаю, что на этом ролик так получился уже не маленький. Вот так вот вы можете тоже зайти сюда, поварить трипкоин и получить такой вот кайф, да и заработать. Полетать в самолете. Да, на самом деле тоже было весело. Короче, ребят, пишите, если вам сериал понравился. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал Толмса. Ссылочка будет да, в описании. Да, кстати, ссылки будут в описании, все будут. Да. Ну все, в принципе, всем пока, ребят. Все, всем удачи, всем пока.